Десяток смельчаков, 8 спотов и 7 отборочных этапов. Слабые выбывают, сильные остаются. Опасные трюки, жесткие падения и непримиримая борьба в экстрим велошоу. Катание на желание! Ведущие Антон Степанов и Дима Гордей. Всем привет, народ! Привет, братва! У нас сегодня следующий этап катания на выбывание с весьма поредевшей командой в Озерках. На прошлом этапе очень тяжелую травму понес, урон понес высокий Гриша. Он даже, по-моему, до сих Гоша. Пор... Гоша! Гоша! Я тоже, видишь? Я понес просто тоже моральный урон. Я такое падение первый раз в жизни, наверное, видел прямо на лицо вот так вот. Еще выпал Кирилл Шарыгин. Шарыгин, да. Ладно, в общем, этот этап у нас на дёрте. Будет у каждого по 3 попытки в общем зачете. И потом еще на ласт-трюк тоже по 3 попытки. Из двух выбывших участников все равно только один из них сможет остаться. Итак, ладно, все, начинаем. Это катание на выбывание! Озерки такое специфичное место, что здесь очень сложное приземление. Ну да, сейчас там просто нарыто огромная куча песка, где-то жесткий песок, где-то мягкий. Возможно, участники не смогут уехать с трюка именно из-за приземления. Поэтому мы очки тогда будем не сильно снижать. Вот. Но... То есть, если ты вкатил, типа уехал? То уехал, типа. Да. А если прям жестко упал, то тогда ну упал. Нельзя. Так, открываем наше соревнование. И барспин на Индиан. Барновип хотел. Барновип хотел. Итак, следующий участник. И one hand. Тёма Волк. Это единственный мотоб... Оу, неплохая трёха. Первый чистый трюк сегодня. Первый сделанный трюк, да, у нас. Витёк готовится к заезду. Тобоган. Тобоганчик не... Зарылся, но это считается уездом. Катай на Ване, ежи. Семён Демьянов едет. И... No hand. Уехал, отлично. Уехал. Итак, Тимур Селезнев. Барспин на барспин! Поздравляю тебя с попыточкой. Че, как ощущения? Нормально, первый раз. Нормально, еще 2 попытки, да, есть? Давай. Ой, в дерево. Ё, барщик, барбексап! Ой, я не ожидал. У меня получилось. Давай. Первый раз? Ну, блядь, да. Ты сегодня первый раз на дёртах, да? Не, второй просто. Второй? В прошлом году я тут был. Всё, до свидания. Итак, теперь Максим Ребенин, внимание! Барска на X-Up, но, к сожалению, не уехал. Второй трюк от Гриши Абрамова. О, не уехал, к сожалению. Песок захавал? Тихо! Ну чё, когда дёрт? Нафиг, дёрты вообще! Открой рот, на весь песок. Да не, я проглотил уже. Проглотил? А ты песок сглатываешь или выплёвываешь? Не, ну как получится. Как так. Получится. Уехал, краса. Суисайд, молодец, Витёк. Ковришка в молодость. Не знаю, похож на ковришку. Тёма Волк, твой второй заезд. Готовится Семён Демьянов. О, неудачный one-hand barspin от Артёма Волка. Они, правда, BMX трюки, они... 360. Тимур делает трек и уезжает, отлично. Второй крутой трюк в копилочку Тимура. Так, Максим Рябинин едет. Чё, блин, такая обидно. О, попытка дабл-тейл-ипа, к сожалению, неудачная. Барспин и не уехал. Что-то снова упал? Да. Сегодня фортуна, по-моему, не на твоей стороне. Да просто дёрт не привык. Дёрт? Чего это? Акселерейт, кранк-флип с педалями, да? Акселерейт. Акселерейт наоборот. 360 тобоган. Встречаем Семёна. 360 приехал. Семён, твоя крайняя попытка была, да? Да,
Треху сделал, что хотел сделать? No hand. No hand, треху no hand? Да. Ну что ты думаешь про наших участников? Как им? Я думаю, им очень тяжело в озерках. Это, наверное, самая нелюбимая часть. Ну да. Хотя кто-то рвался прям сюда. Да? Кто-то очень хотел. Ты помнишь, да. Кто это? Не помню. Так. Вот это кульбит! Максим Рябинин. Дабл тейл-лип. К сожалению, неудачно. Так, у нас готов Гриша. Гриша едет. Внимание, внимание. Бар в спину ехал. Иксап. И... О, табаган бар спин. 360 no hand. И, к сожалению, упал. Тейли. Суисайд. Бар терн, блин. Иксап на иксап. Бэкфлип! И выкинул велик. Ну это легче, чем я думал. Гриша уверенно разгоняется и... Все попытка семеры. Ага, 360 на дизастер. 360 уехал. Еще одна неудачная попытка семеры. Санек делает бар на табаган, это уже лучше. Сальтуха, ой, передним колесом. Итак, едет Гриша, Гриша едет. О, неудачная попытка семеры. О, попытка трак табагана, к сожалению, неудачная. О, какой был шлепок. Спускается Семен. И делает попытку на что-то, но мы, к сожалению, не увидели. Трак на бар. Опа-ба! Уехал! Наконец-то! У Санька, кстати, прилично очков с таких трюков. Так, тут 10, тут меньше. Тут еле-еле вообще у Димы Козлова у нас там около, это получается, 6-8, там даже меньше на самом деле. Ну что ж, мы закончили наш диртовый тур катания на выбывание. Так, пацаны, давайте похлопаем сами себе. Мы похлопаем, да, мы закончили диртовый тур. Наверное, для многих это было самое сложное. Я думаю, да. Они даже немного притихли уже. Может быть, на видео это выглядит лайтово, но это ни хера не лайтово для тех, кто здесь не катается. Потому что большинство тут даже первый раз вообще приехал в этом году сюда. А кто-то даже в жизни. Да, так, да. Давай подведем итоги. Самые худшие – это Дима Козлов. У него 6 баллов. Да, Дима, к сожалению, снова в зоне риска твоя. Прописка в этом наш шоу. Наш единственный МТБшник Тёма Волк. Да, и у Тёмы Волка всего лишь один поставленный трюк. А лучше всех сегодня у нас откатались Тимур Селезнёв. Похлопаем. Очень неплохие были попытки у Санька Мичурина и у Вити Ярошенко. Они выкатывали с трюков, и поэтому они красавчики. Я суммирую ваши баллы, и они все пойдут в финальный финансово-запчастный зачет. Держи. Теперь наказание, я о нем никому не спойлерил. Даже мне, я не знал. Да, даже для Гордея это секрет. Короче, пацаны встают на линии и берут свои велики. И кто дальше кинет велик? По три китка у каждого. И остается тот, кто дальше всех кинет свой долбанный велосипед. И это испытание, это действительно ножом по сердцу, блин. О, давайте отметим это. Вот она черта волка. Итак, Дима Козлов, первая попыточка. Нет, ты да. Неправильно делаешь. Ёп. О! Дальше кинул, дальше. Он разгоняется и... О, блядь, чуть в оператор попадает. Ну, Тёма не особо, если честно, переплюнул на свою линию. Козлов бросает велосипед, осторожно! О, вот это топовый результат! Твою ж мать!
Это вам не мажорное выкидывание после хренового трюка. О, далеко, но... Может, его оставим? Не-не, у нас жесткий отбор. Это ж катание на выбывание, в чем иначе, блин, смысл? Блин, да. Неужели ты хочешь уступить ему свое место? Ты можешь выбыть, но отдать место ему, да. Это будет благородный поступок, записанный в аналах истории катания на выбывание. Очень жаль. Тёма, молодец. У тебя была очень крутая попытка в трёхе. Да, ты достойно откатал. Единственный МТБшник, потом тебе респект. И, к сожалению, Тёма у нас на московскую не попадает. И да. Ты можешь просто приехать. Просто приедь. Поддерживать ребят, делать бонусные трюки. В общем, следите за нашим реалити-шоу. Следующая остановка будет на московской. Московская площадь, стрит для мужиков. Все будет круто. Это катание на выбывание. Все, что вы сможете, то и будет. Трюки только со ступеньками. Да, он ржет. Ну что ж, Тём, спасибо тебе большое за игру, было очень круто. Давай, нормально откатал, круто. Я старался. Старался? Да. Какие у тебя вообще впечатления? Ну я первый раз в озерках вообще, было дико немножко. Трюки. Ты больше готовился к стриту и парку, да? Ну да, ну катание более заточено. Ну теперь буду зато кататься на дёрте больше. Потому что это весело. Ну, у тебя очень крутой прогресс в этом году. Мы тебя поздравляем с Гордеем с этим. Спасибо. Обязательно принимаем участие в следующих выпусках. Конечно, обязательно. Давай, Тём, счастливо. Я еще раз респектую магазину матюгальник.ру за то, что они мне без базара подарили матюгальник. Я просто к ним пришел, хотел купить. Но мне его подарили, и это круто. Я люблю таких людей. Спасибо.